Первый участок – масштабная реконструкция от улицы Машиностроительная до Мира. Говоря проще, участок проспекта Дружбы народов. Здесь уже сняли асфальт и демонтировали бортовой камень. Строители работают в двухсменном режиме, поэтому реконструкцию первого участка проспекта Сюембике планируется завершить уже к 1 июня. И уже 2 июня рабочие приступят к ремонту участка Сюембике от проспекта Мира до Беляева. С середины июня стартует третий этап от Беляева до Туфана. Участок номер 4 от проспекта Хасан-Тулхана до проспекта Вахитова с 24 июня по 4 июля. Участок номер 5 от проспекта Вахитова до проспекта Автозаводский с 5 июля по 15 июля. Участок номер 6 от проспекта Автозаводский до улицы Татарстан с 16 июля по 25 июля. И участок номер 7 от улицы Татарстан до проспекта Яшлык. По проекту все развороты будут отнесены от перекрестков. Также планируется построить дополнительные полосы для торможения. А на разделительные строители установят ограждение. Разметку проезжей части впервые выполнят более устойчивой краской – термопластиком. Реконструкция завершится 6 августа. Эльвира Ермакова, Петр Греков, эфир 24.